тещи с тестем юбилей. Жена спросила: Алексей, чего молчишь, что папе с мамой будем брать? Быть может, видик подарить? Чай вечерами будут пить, смотреть и зятя добрым словом вспоминать. Не рвал рубаху на груди, купил на рынке DVD и диск с 17 мгновениями весны. В семье известно, Штирлиц фон для тещи вечный эталон. Он для нее, ну как для щуки, блеск блесны. Цветы подарков все за стол, по 100 налили по пол. Потом кто пел, а кто закусывал и пил. Ну, а когда устали петь, решила теща посмотреть, как Штирлиц всех там как лохов поразводил. И вот заставочка пошла, а там такие бродила. Хватил столбняк всех, кто у ящика сидел. Ни Кэт, ни Штирлиц, а капкан. Порнуха шла во весь экран, и непростая, коллективный беспредел. Смешались мысли в голове, столбняк держал минуты две. Тесть первым выпил, пододвинул табурет, спросил с улыбкой и затих: зятёк, а Штирлиц кто из них? Не тот ли слева? Ох, здоровый пистолет! И началось, бензопила взревела, тёща отошла. Кричала: доченька, с развратным подлецом, за что судьба тебя свела? Кому я дочку отдала? И взяв прицел, меня пустила холодцом. Короче, пьянка удалась. Мы шли домой, жена, смеясь, все вспоминала выражение лица. Как пьяный кум ревел, как бык, что протестуешь, что привык, смотришь все фильмы от начала до конца. Неделя, может, две прошли, тесть тещи в гости к нам пришли, но не намека, что маньяк я и подлец. И с той поры, как был скандал, тесть тещу звать кисулей стал. Она его то зайчик мой, то жеребец. Я снова стал любимый зять. И по секрету вам сказать хочу, друзья мои, не будьте так грустны. Дела, коли с тещей не ахти, купите вы и DVD, и диск 17 мгновений весны.